Здравствуйте, с вами Милана Смицкая. Давайте рассмотрим вот такой объемный, смотрите, эффектный узор. Смотрите, прекрасно данный узор подойдет для вязания шапок, пуловеров, кардиганов, повязок каких-то там. Смотрите. На этот узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 3 плюс 1 петля для асимметрии плюс 2 кромочные. Прежде чем мы приступим к вязанию данного узора, мы свяжем базовый нулевой ряд изнаночными петлями и по лицевым петлям мы приступим к вязанию узора. Провязали базовый ряд и вяжем узор. Кромочные петли в данном узоре мы будем провязывать. Кромочная, 1 изнаночная, далее накид, между двумя петлями вытягиваем косую длинную петлю, делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. И так продолжаем вязать до конца ряда. 1 изнаночная, накид, вытягиваем петлю, делаем накид и 2 вместе провязываем лицевой петлей. Повтор. Изнаночная, разделительная, накид, вытянули петлю, сделали накид и 2 вместе провязываем лицевой петлей за передние стенки. Далее второй ряд, кромочную провязываем и вяжем после кромочной лицевая петля, 3 вместе одной изнаночной петлей, лицевая петля за заднюю стенку, то есть накиды провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. Все, и далее повторяем лицевая, 3 вместе одной изнаночной. И накид провязываем лицевой за заднюю стенку. Повтор. Просто лицевая, 3 вместе изнаночной. Накид провязываем лицевой за заднюю стенку. Лицевая, 3 вместе и так далее до конца ряда. Узор этот состоит из двух рядов, то есть базовый лицевой, базовые петли первого ряда мы не повторяем, только вяжем эти два ряда.